Доброе утро всем! Сегодня у нас 13 ноября 2023 года. Мы опять находимся на наших работах в теплице. Уже сейчас у нас, ну, к полудню, как говорится, работа заканчивается. Смотрите, чем мы сегодня занимались. Видите, вот такой вот, уже второй нам дали мешок с фасолью. Здесь фасоль. Так вот, нужно было эту фасоль, нужно ее перебирать. То есть тут... Вот здесь, видите, такая фасоль. Это для посадки у них. Вот. А это уже перебрали мы. Вот. Вот как Золушки сегодня мы этим занимаемся. Вон уже сколько, видите, за 3 часа. Ну, за 2,5 сделали. Вот так вот. Ну, на очереди. Ну, мы, наверное, уже не успеем. У нас вот лук-порей. Видите, сколько много. За окнами у нас ветер, дождь, слякоть. В общем, ну, Жан-Люк занимается какими-то своими делами. Вот, хочу показать, что у нас делается за пределами, так скажем, теплицы. Сейчас покажу. Выйду немножечко на улицу. Там вообще такая грязь и слякоть, что очень нетипично для нас. Это вот сейчас только говорили, это слишком много. Вот, видите, все работают. Чем-то там мне Жан-Люк что-то садит. Вот там далеко-далеко, в общем, все чем-то заняты. У меня так более-менее легкая работа. Вон, видите, какая грязь. А кукурузу все убрали, кукурузу, маис. Ветер, дожди. В общем, очень-очень. Вот так вот у нас. Вот так и работаем. Видите, тут все. Работы, конечно, да, зимнее время меньше. А вот... Так, немножко, видите, какая грязища, приходится ходить в сапогах. Сейчас я вам покажу. Видите, в сапогах, в резиновых, потому что иначе будет очень грязно. Ну, вот такая вот у нас работа. Не так много уже работы в этот период. Хотя работа, конечно, есть. Вот, видите, небо хмурое, хмурое. Дожди идут, не переставая. Вот сейчас вроде немножечко затишье, потом снова. То есть вот так и живем. Ну ладно, на этом буду заканчивать мое небольшое видео, такое обзорное, чем мы тут занимаемся. Пошла я как Золушка Синдерелла работать снова, перебирать фасоль.